Администрация города Сочи приготовила для жителей и гостей курорта насыщенную праздничную программу. В рамках районного этапа фестиваля «Этно-Сочи» на сцене выступят вокальные и хореографические коллективы города. Зрители смогут увидеть номера из программы международного фестиваля-конкурса «Искусство объединяет мир» в исполнении коллективов Краснодарского края, Москвы, Абхазии, Кабардино-Балкарии и других регионов. На площади будет развернута выставка-ярмарка народных промыслов, где сочинские умельцы представят свои уникальные изделия. В этот же день в Дагомысе в 9 утра в храме Казанской иконы Божьей Матери пройдет праздничное богослужение. Ведь 4 ноября Русская Православная Церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери, который был установлен в честь освобождения Москвы от захватчиков в 1612 году. У этого образа Царицы Небесной молилось ополчение во главе с Мининым и Пожарским. Именно этот день в нашей стране уже в который раз будет праздноваться как День народного единства. В патриотическом смысле это очень важный день, очень важное событие, которое наметило перелом в смутном времени, придало народу духовное единство.